Получатели продовольственных корзин подразделяются на 4 группы. Граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе многодетные семьи, инвалиды всех групп, родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом, официально зарегистрированные безработные. Стоимость продовольственной корзины составляет 2 МРП. Специалисты областного управления координации занятости и социальных программ перечисляют деньги на счета лиц, включенных в список. Благотворительные фонды и волонтерские организации также оказывают поддержку населению. Активисты совместно с местными исполнительными органами отдают приоритет одиноким пожилым людям и многодетным семьям. Открылись мы в ноябре месяца прошлого года. На данный момент в нашем клубе есть 35 волонтеров. Наша основная задача – мы организовываем большие масштабные концерты, ярмарки. Всю собранную сумму мы переводим детям, которые болеют, нуждаются в средствах. Все собранные средства, всю помощь, которую мы оказываем, мы собираем собственными силами, то есть у нас нет никаких спонсоров. За наш такой небольшой период работы мы помогли мальчику Хамитову Диару, также мальчик Гайер Богдан, и организовали концерт для Айганым Боташ. Стоит отметить, что для получения продовольственной корзины подавать заявку не нужно. В настоящее время разрабатывается список и распределяется помощь. Анель Бесенбаева, Уганбек Манурбекула, Василий Вережников, Жахангер Мукамбетов, Кокчакпарат.